Приветствую, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаем дальше сборку королевского тигра фирмы ICM. Сегодня будем собирать ходовую часть и нижнюю ванну корпуса. Также для начинающих моделистов хочу посоветовать не пожалеть денег и купить хотя бы одну баночку клея от фирмы Tamiya. Для чего? Ну, после того, как она закончится, в нее всегда можно налить какой-нибудь другой модельный клей. Чем она хороша? Тем, что она большой емкости, где-то 40 мл. И сама по себе квадратная и устойчивая. То есть ее тяжело опрокинуть. Например, если взять вот такую баночку и нечаянно зацепить ее рукой, то она спокойно переворачивается. А вот эта очень устойчивая. И если баночка открытая, и вы нечаянно ее перевернете и разольете на пластик, ну, считайте, ваша работа пропадет. Потому что если сильный клей, то он моментально разъест пластик, оставит какие-то следы на нем. Ну, продолжаем сборку. Согласно инструкции, будем приклеивать торсионы к левым и правым бортам корпуса. Внимательно нужно смотреть, какой стороной правильно ставить торсионы. Хотя инструкция у фирмы ICM очень хорошая. Вот, как видите, поставил торсионы. Теперь будем устанавливать борт на его место. Смотрел, у модели стыковка очень хорошая. Все становится на свои места без проблем. Для больших деталей советую использовать супержидкий клей. У него хорошая текучесть. Он заполняет все отверстия. Затекает очень хорошо. И в итоге схватывает хорошо очень детали.
немножко помучился, чтобы сместить борты, чтобы все встало на свои места. Ну, вроде получилось. Так вот промазываю, чтобы крепко было. Все будет закрыто. Ничего не будет видно. Для чего так все усложнили здесь, я не знаю. Можно было в ванну дать одной деталью. Не надо было бы ничего выдумывать. Так, пластик очень приятный в обработке. Хорошо зачищается. Просто обрабатывается. Я не знаю, для чего было так усложнять сборку. Какой-то
такое ощущение, как будто хотели сделать внутрянку, но потом решили все-таки ее не делать. Равно, если нету внутри ничего, я думаю, мало кто будет заморачиваться, красить. Просто закроют люки, все склеят, поставят башню и все. Ну, так, конечно, это, наверное, все-таки лишнее. Сейчас прикинем верхнюю часть, посмотрим. Стыковку. И вот так вот стало. Тут все подклеится, подожмется. Ну, как видите, стыкуется все очень хорошо. Конечно, модель 2016 года, было бы смешно, если бы была плохая стыковка. Теперь продолжим клеить балансиры. Ну и опять же, нужно смотреть все внимательно. Здесь специальные метки, как правильно клеивать. По-другому, в принципе, и не вклеите. Такие места надо хорошо проклеивать, чтобы потом при натяжении траков ничего не вывалилось. Подвеска здесь не рабочая, поэтому клей можно не жалеть. Ну и так вклеиваем все балансиры.
Вот балансиры. Закончил делать. Посмотрел, чтобы они все были ровно. Поставил их на ровную поверхность. Придавил. Теперь будем склеивать катки. Катки здесь двух разновидностей. Такой и такой. И повторяются. В принципе, каждый каток не буду, конечно же, снимать, показывать. Но два покажу. Промазываю клеем. Видите? Все отшлифовал, сделал хорошо. Не бойтесь срезать детали с литников. Все понятно, что куда клеить. На картинках хорошо показано в инструкции. Поэтому так вот получаются катки. Ну и склеим все остальные. Также звездочка склеивается. Лучше на такие соединения тоже не пожалеть клея, чтобы хорошо все склеилось. Так как траки будут виниловые, мы не знаем, как они сразу станут на модель. Может, придется делать какое-то натяжение. Чтобы вся эта конструкция выдержала, нужно хорошо склеить. Даем просохнуть каткам. Как видите, сделал все катки. Разложил их каждый по отдельности. Ну, теперь прикинем, как они будут смотреться на модели. Конечно, их нужно будет вклеивать, чтобы они тоже плотно держались, потому что так они болтаются. Только не знаю, перед покраской вклеить сейчас или все-таки красить отдельно. Хотя я думаю, можно и красить их и на модели.
так вот получается. Когда все на сухую, все пытается отвалиться. Ставим на ровную поверхность. Все хорошо стал. И вот еще осталось в запасе два запасных катка. Два запасных торсиона. Чем хорошо, что здесь остаются запасные детали. То если вдруг что-то по неопытности потеряется, то всегда есть чем заменить. Также, я думаю, и мелкие детали останутся, такие как крюки, что их тоже много. Ну, в целом моделью доволен, хорошо все стыкуется, хорошо все становится на свои места. Как я и ожидал, что будет приятная, нетрудная сборка. В конце видео можете посмотреть фотографии. Сейчас отфотографирую. На этом данную часть буду заканчивать. В следующей части вы увидите сборку орудия и башни. Спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч!